Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер51Рус и Рома Ракман. Поедем на газонах 53-х. Применить. Даем сейчас сетевую игру. Так. Что ты сам прилипнешь? Да, на тысячу. Так, тут только два газончика. Поедем на заднеприводных. 52-й, 53-й берем. 52-й. Нет. Они там два полных привода, два неполных. Ну что, погнали, ставь, готов, да? Да, готов. Поехали. Погнали. Ты что, на каком, на зеленом, на этом? А, там зеленый пешевый, да? Ну да, я могу на зелененьком поехать. Ну, а я на бежевый. Ну, там не бежевый, бежевый полноприводной, кстати. А. Так, я ставлю борт, запаску. Это я на голубеньком. Давай запаску, баллон. Кстати, на ней. Что такое хуб? Вау, выхлоп-то передний. Ручку, ведро и все. Слушай, поеду на стандартных колесах. О, я, наверное, это вот я на ларочках поеду. Мне понравились они, кстати, и трет он будет получше. О, как у меня громко машина работает. Даже я тоже могу, или это моя не верно. А? Или это мы, я не помню, да? Ну, что-то там обуваешься, нет? Да, я уже. Так, запаска. Плохо будет слышно, блин, у меня тарахтит, что вообще жесть. Так, а что, гараж-то поедем открывать, нет? А я не знаю. А есть чем открывать-то? Тут, по-моему, и нету чем открывать. Вот чем открывать гараж. Есть. Ты выйдешь из этой машины, там ты в моей стоишь, я не вижу ни хрена. Вот. А, кранами. Да. Нет, блин. Да больше-то нечем. Ну-ка сейчас, подожди. Тут гаражи нам придется открывать. Сейчас я, подожди, борт сниму. Этот-то не открывается. Не-а. Цистерна, это горючка, борт. А еще ничего и нету, чтобы открывало, только эти краны. У меня аж жопа просила на нем, на драндулете. Ну поехали, кранами откроем, хрен с ним. Да-да-да, вот у нас надолго тут получится. А, тут одиночку гаража, стандартные зиловские. Да давай, может, просто лес повозим. Фиг с этими гаражами. Ну давай. Так, снимаю этот кран. Потому что надо подвеску будет под этот кран все равно тут крутить, потому что он слишком тяжелый, блин. Я с этим бортом, ты попробуй маленький этот поставить, низкий. Говоришь, он чей везет? Да я не знаю, но вот это у меня везет 4 точно. Этот, я думаю, на 2 может потянет. Давай я пол перцеп возьму. Какой? И я на заднем приводе, ты тут опухнешь, говорят. Бери такой же борт, да поехали. Окей. Ведро там возьми назад, запаску поставь. Все взял. Ну поехали. Еще и выход возьму.
Надо будет синхрон на них делать. Ну, горючки он жрет вообще мало. Ой. Ну, я тебе заметил, вот эти. Да и пачкаются они что-то как-то так. Не очень. Хотя не, я на заправку заеду. А хотя что, мы все равно поедем, наверное, тут через заправку. Стоп, там же погоны залить можно. Ты погоны ставил? Так мы поедем через там, через заправку, через тот проезд. Мы сейчас загрузимся и через заправку ломанем. Еще одна есть. А, ну да, где на дальнем пути, все, я помню. Мне прикольно, мне нравится немножечко. Только, знаешь, вот это как девятка такая вот, с новыми пружинами задними, что-то затратит такая. Только тут еще груз не скидывается нифига. А, ну все, понял. Ничего не отрегулировано там ничего. Да я тоже там застрял. Как раз стоял там. Буксовал, но. Ну все, через заправку все сломанием. Трындеть будем поменьше, а то все равно ни хрена не слышно. А ты звук не включал, что ли? Чего? Звук не включил? Включил, почему нет? Просто у меня громко как-то все. Хотя, может, и на видео нормально будет, не знаю. Давай сделаю в игре потише. Я тут стараюсь погромче говорить. Говори, просто я ничего не слышу. Все, я заправился.
Ну да. Красота. Сейчас тут полный газ. Нифига он шпарит. Ой, я ж поворот. Опять морду снимал, чуть поворот не протабанил. Задний привод идет как полный. Ой-ой-ой-ой-ой. Это там не падает. Да я стараюсь вроде. Сейчас. Все нормально, вылез. Ага, говорит, ты не падай, а сам тут какую жопу залез. Не, ну я и так же опять заехал в эту лужу. Поехали разгружать-то. Ага, ты на кухню, наверное, да? Ну. А что мы пока поехали? Надо было там через водоем ехать. Это мы сейчас через лес обратно поедем. Я на повышайке воткнулся и фигачу, слышу. Стрел. Главное, юзом идет.
все, погнали опять на загрузку. Офигеть, он шпарит вообще. Да. Ты не туда кого-то маханул опять. Где-то там есть-то? Да нет, тут есть. А, вон летишь, на. Харю разбил об елочки. Кого? Да Харю на машине размазал. Где по воде? По лесу. А? По воде или по лесу поедем? В смысле по воде? Ну тут по воде, потом по лесу. Какой я еще тут в лужу выезжаю?
Да, тоже на полушайке выскочил. Поехали. Подожди, я в салоне еду, не слышу тебя. Че говоришь? Я из салона просто ехал. Ну я понял. Ты по берегу сейчас хочешь, да, проехать? А я даже не знаю, как можно тут. Давай. Поехали по берегу. Не через грязь, а вот этот параллельно получается, как к реке, только прямо потом. А, окей. Блин, дело к ночи, ё-моё. Отлично. Так темно будет. А я ночь-то не включил на этом, на спинтайресе. Не убрал. Да что ты как-то хочется по-светлому? Ну хотя бы для видоса лучше по-светлому. Топи быстрее тогда. Я постараюсь успеть затопить. Там уже сейчас синхрона-то нету, сейчас светить не будет. Ну да. Давай, может, перекур устроим, сходим. Или долго будет эта ночь идти по времени? Долго. Долго. Это где-то, блин. Ну, поехали тогда, что. А. Не, я ползу, снимаю тут, как буксую потихоньку. Так, тут прямо, да? Или налево? Прямо, прямо.
налево. Все налево. Ну да, встряли. Что-то погорячились мы сходу-то. Я вот сходу пахну на повышайке. Вот сколько успел. А зачем-то дальше не надо. Надо повезти перевернись там давай. Не, я не хочу пока. Тут ты можешь, я знаю. Во, я вылез походу. Все, я вылез. Что там как краб задом ползешь? Что свет вообще не сделан еще на них. Ну, я говорю, я еду без света, потому что он не светит. Ну я тоже без света еду, потому что включаешь, а он ни хер не светит. Да. Направо там не забудь повернуть. Или поехали прямо лучше, слышь? Через ту длинную дорогу, вот где мы заезжали. По пересечке. Ну да. Короче, мы походу вот этих там 100 литров, скажем так, на всю карту хватит. У меня еще 32 литра. Не, ну дрова надо будет делать, все равно по 2 очка, как бы, не по 4. Ну да. То есть это пока тестово, скажем так. 4. Вот так 2 будет, по-любому. Горячился сюда, сунулся сюда, не пошел, у меня встал там. А, вернулся? Не, я уже вылез. Я извиню, что не спорно, да.
Назад, сдавай назад, Ром. Не идет вперед, едь назад. Че говоришь? Ты нормально? Да. Я вообще, мне нравится на них фигачить. Прикольненькие. Я что, подвеску-то хотел переделать? Там, видишь, кран, он очень тяжелый. Как бы кран хочется, чтобы был. А так, в принципе, что он тут? Адекватно едет-то. Я тебе шундарахнул, что ли? Да. Вот это чуть не перевернул тебя там. Как ты медленно едешь. Ай, я же не повышу. Че говоришь? Ну, читерских машин, говорю, конечно, быстро. А че? Ну, вообще проходимость на заднем мосту, что он вообще офигенно. Ну, давай скидывай, может, что дадут мне. Еще. А, ты скрин? Ну, да. Ну-ка, подожди. Да-да-да, кстати, что-то я тоже не подумал. Блин, плохо, что темно. Ну как фары, да, свет надо будет делать. Что-то скинул? Нет, нет, сейчас скину. Скинул. Прошли, блин, карту, а? 33 минуты. Как на танке. По берегу еще махануть. До гаража. Фига ты там что творишь? Подтолкнуть хотел. Ты что делаешь совсем? Давай. На поддержите, что ли, или внутри не едешь? Нет, я на автомате буксовал, стоял. У тебя колеса такие поширше будут, так они прут. Поехал.
воспользуюсь я лебедкой все-таки. Выбрался. Сейчас я без лепинки попробую. Носили коротко. Покрышку, правда. Покрышку без сомнений. Почти. Сейчас аккуратненько поеду по этим ямкам, без фанатизма. Хотя, в принципе, на полный газ он офигенно шпарит по ним. Да не, подвеска нормальная. Ух, вот туда я в камень воткнулся. Да. Я парень напрямки. О, черт, врубился в дерево. Черкашом как-то. Да писет он как полноприводный, слушай, шпарит вообще. Вот это ты зря-то заехал, там камни, Рома. Да? Да, и голову, и глубоко вроде. Уж пофиг. Хотя что-то ты все равно проезжает, нифига. Я на автомате вообще даже почти не сдобил. Блин, рассвет пришел уже. Сейчас скажу, сейчас что-то сделаю. При свете дня. Нифига он шпарит, слушай, офигенно едет вообще. Ох, жопа подпрыгнула. А? Ты тише. Бензин-то. У меня бензин еще хреново тупуево. Еще и бак целый у меня. Поэтому что тут удивляться. Это еще сам могу заправить сейчас. Да не, у меня тоже есть. Так за это достижение какое-то дают, кстати. Да. Да.
сколько? Не, ну там набрать надо 1000 литров, что ли, ты должен другим отдать. Ах, ты проскочил, стой. А ты же заправил меня. Да я скрин хотел забабонить. А. Рассвет. Да, да. Да блин, не могу камеру оттянуть, заразу. Чтоб еще солнышко зацепить. Триндец. Ладно, хоть такой. Что ты сделал? Не надо тебе. Да так, они сделал, хватит. А, муж на месте. Да, муж, ты приехал. На базу сейчас вернемся. Размотал. Мигалку тут еще как-то сделать, блин. Не знаю как. Думаю, может быть, запорожца снять мигалку, а ставить знак и мигалку отдельно. Вот. Поехать до заправки, что съездить. А ты тут 52-й не брал еще? Я поехал тут до заправки, езжу. Заправлюсь. Заправлю бензовоз. Ну да, не, моторчик как бы с коробкой, я думаю, нормально сделано. Я там подправил все как надо. По скорости он нормально вываливает.
А где ты? Слева от тебя был. Где ты был слева от меня? Ты на заправку. А, ты на заправку ехал? Да, я только туда. А, вон он, ты точно. Я думал, ты этот 52-й взял. А ты чё там? Блин. Я чё-то смотрелся на морду. Это правда, брат? Чё я подвину? Чё-чё-чё? Ёлку. Уперся. Не-е. Чё, давай заканчивать, наверное. Не знаю, о, заеду сейчас туда. На пьедестал. Меня подожди туда. Ай. Да блин, да эта синяя табличка останется, зараза. Ну все, ребят, на этом обзорчик, такую покатушку на газончиках закончим на сегодня. Буду я их доделывать до конца. И машинка находится в привате. Так что подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Пальцы вверх, всем пока. Да, все, всем удачи.